Короче говоря, заработала на пятерках. И я пришла со школы домой и пошла в свою комнату. И зашла мама. Ну что, как сюда? Так она садись, сразу делай. Нормально, так, а покушать? Раньше сядешь, раньше встанешь. У меня испортилось настроение. Ты жить, как вся жизнь малая пройдет мимо меня. А потом что? Я задумалась. Он посетил учительницу в уроке. Тут никакого интереса. Я пошла к маме на кухню. Она считала деньги. А ты какая хворная, да? Стимула не учись. Вообще. Ну что ты предлагаешь? А вот если бы мне платить за все, я бы отличницей стала. Ха! Прям так и отличницей? Прям так и да. Мама почесала затылок и решила оплачивать мне по 100 рублей за каждую пятерку. Ну, конечно, деньги небольшие, но результат может быть. Ура! Все, мне нужно потянуться полчонки. Фанта вышли, я хочу купить альбом «Пиксерс». Я узнала про уроки и села их делать. Мне позвонила Лиска. Давай, пошли гулять. Ну, слушай, я немного лёгко победила. Тебе что, заняться нечем? Я деньги заработаю. И мама за пятерку себе подзывает. Нифига себе. Все, видимо. Я продолжаю делать уроки. Спустя 3 часа я сделала быстро химию, логику и литературу. Фу, остался только один английский. Все это не так. Но на кухне приготовила лучше. Настя, ты смешаешь? Где ты мусорил? Нет, я могу это сделать. Мама задумалась, я открыла кошелек. Закрыла. Вау! Мама, я нашла школу английского языка. Скай, она онлайн. А это как? Я буду учиться дома. Для занятий уже никогда не могу. Интересно! Это же круто! А еще все задания находятся на платформе, поэтому учебники и распечатки не нужны. А преподаватели какие? Опытные и незаглубные. Можно выбрать русскоговорящие или носители языка. А ты своего ребенка английского знаешь? Но его можно проверить бесплатно и получить индивидуальную программу обучения. Там, по ссылке в описании. И в две. Проверь, какая подходит именно тебе. А по промокоду «Рыжик» вы можете получить 2 урока бесплатно. В подарок при первой оплате. Со школы я летела домой к Рыжик с радостной новостью. Я могу сделать. Мама продала себя в новую 100 рублей. Садись. Опять. Не вернула. Зачем? Мама удивилась. Я скоро по занятиям по английскому языку. Включил окон и начался урок. Класс! Сейчас придите, пожалуйста. Я получила знания и отличное настроение. Я пошла перекусить на кухню. Мама наблюдала за мной. Я сделала все уроки и на следующий день получила уже 3 пятерки. Мама дала мне деньги. Я положила их в жир. Сделала все уроки, позанималась онлайн с репетитором по английскому. Выучила новые слова и подтянула скиллы. На следующий день я получила 4 пятерки и по английскому тоже. 4 пятерки! Молодец! Давай деньги. Мама дала мне деньги. Я положила их в кошелек, сделала за уроки. Мама на кухне начала нервничать. А ты что, опять после репетитора заниматься? Да. Это что, так эффективно? Конечно. И совсем не скучно. Я в английском себе самая лучшая в группе. На следующий день я пришла за школу. Ну, мама, готовы за другой. Скоро, мама, сегодня я получила 5 пятерок. Ты что, зачем все так напрягаешься? Ты с кассетом погуляем. Сейчас, мама, нужно много денег. Маму передумала. На следующей неделе давай выкупим и сказать, а сколько он стоит? 100 тысяч. А ты это ушла. Мама посчитала свои денежки и закрыла кошелек. Оставила маму без гроша. Спустя месяц вся мамина зарплата перекочевала ко мне. Мама пила успокоительное и занимала у меня деньги в долг. Наконец мне это надоело. Мама, ты ешь 10 тысяч должна. Мне на свет скучаем уже попадаем. Быстрее, он все пропал. Я уже буду без трудов останусь. Но я уже в вкус вошла. Ну не знаю, может тебе кредит взять? А чай я по-твоему отдавать буду. Но это твои проблемы. Короче говоря, заработала на пятерках. Победителем и самый активный участник моего инстаграма становится Полина Чемкаева. И я передаю тебе пламенный привет. Если ты хочешь получить от меня такой же приветик, то подписывайся на мой инстаграм и будь в нем самым активным. Всем удачи, до встречи в соцсетях. Пока!